можете здивувати там дружину або дівчину у ванні бульбашками, так само ви можете здивувати її, прямо зайшовши у хату, от у такому вигляді. І буде дуже так, весело. Друзі, пішли ми далі проводити майстер-клас самі для себе. Давай вже сумку цю залишимо в спокій. Якщо ви там дивитеся на бульки, то зараз і нас там побачите, а ми спробуємо. Ого, Гріша, дивися. Дивись, ого! Що відбувається. Нічого собі. Слухай, клас, я не знала, що такі речі можна робити. Так взагалі не буває. Скільки часу займає, щоб зробити отаку штуку? Стой! Я знаю, що существует целые конкурсы на самый большой шар, на самое большое количество шариков, которые там помещаются внутрь. Мы не участвуем в соревнованиях, мы уже давно всех победили. Я просто хотел узнать, на самом деле, сколько можно максимально, вот, какой максимально большой шарик можно... Ну, самый большой мы дули 14 метров. 14 метров? Это диаметр? Ну, это длина. Подождите, длина, то есть он длинный был? Он длинный, большой, вот так. Вот так. Да. Шайта. Сцена, чтобы можно было размахнуться. Да, эта композиция, это мечта гаишника, на самом деле. То есть вот это то, что ему приходит во сне такое, и все останавливаются. А есть, кстати, в книге рекордов Гиннесса какие-то, ну, собственно, рекорды, да, по надуванию мыльных пузырей? Есть, конечно же. Какой рекорд? Ух ты! Класс, да? Класс какой! У вас уже есть заказы на новогоднюю ночь? Да, нам покажете все? Вот эти вот, вот большой. Потому что все показать я просто не смогу. Это очень много. Это очень дорого у вас в эфирное время. А-а-а, так хочется. Есть у нас такое. Класс такой. Ух ты. Как долго занимаетесь этим искусством? Именно этим лет 7 мы занимались. А до этого чем вы занимались? Вот мне просто интересен переход, к примеру, как люди были экономистами, ну, как вариант, да? И потом стали королями мыльных пузырей. Как мы это происходит? Мы не покупали мыльных пузырей. Мы еще... Я понимаю, вас много регалий, конечно! Очень знаменитые дрессировщики собачек и кошек. То есть это всего лишь один из видов, которыми вы можете развлекать. Хорошо. Еще мы факиры, маги и волшебники. И много... Мы когда-то, конечно же, как все артисты, или как многие артисты, мы закончили цирковой колледж наш. Ага. И были наши акробатами тоже когда-то. Наши закончили цирковой колледж. То есть у вас династия, по сути, такая, ну, да, своеобразная? Я себе представляю, как весело вы проводите выходные с детьми. Наверное, вот одни шарики. Мама, смотри, а я вот так вот умею. Да, совершенно верно. И бывает, что мы этим занимаемся с утра и до ночи. Да. Тогда вопрос, а как вы... Друзі, ну що ж, нам залишається знову ж таки нагадати, що Олеся стала переможцем нашого конкурсу «Кумедні малята» на минулому тижні. Поруч із нами знаходяться королі мильних бульбашок. Ну і поки що ми вже вимушені рухатися далі. Спасибо вам огромное, що прийшли. А тебе подарок. Подарок, смотри. А? Лови подарок. Лови, лови, лови. Лови подарок, лови. Лови.